Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Даша Грейс, я директор по развитию журнала шоу Women's Showmans. Как ваше настроение? Настроение на самом деле шикарное, просто сегодня здесь огромное количество потрясающих, шикарных девушек, и одна стоит рядом со мной. Я могу сказать, что вы выглядите тоже просто потрясающе. А что у вас за журнальчик такой интересный? Спасибо. Это журнал Show Women, Show Men's, и он о людях, о интересных людях. Так что, если хотите попасть на страничку журнала, пишите мне. Я очень хочу попасть на страничку журнала. Но скажите, у вас есть какие-то фаворитки? Может быть, есть догадки, кто победит? На самом деле догадок у меня нет, но я буду болеть за самую красивую девушку. Но это останется секретом. А что такое красота в вашем понятии? Красота – это естественность, в первую очередь, должна быть. А, во-вторых, красота – это подача, должна быть очень качественная, крутая. Еще, конечно, красота – это мозги, да. Ум – это красота. Пусть победит сильнейшая. Я за. Спасибо. Спасибо вам.